15 человек пострадали в аварии на улице Путейской в Туле. Там утром 1 апреля столкнулись ПАЗ, Хёнда и Сан-Йонг. Водителю автобуса стало плохо. Мужчина на повороте выехал навстречу, задел Сан-Йонг и буквально снес Хёнда, после чего въехал в забор. У мужчины, по предварительным данным, зафиксировали инсульт. Перевозил ПАЗ медика в Тульской областной психиатрической больнице номер 2. За медицинской помощью обращались водители автобуса и Хёнды, а также пассажиры ПАЗа и пассажирка Хёнды, беременная женщина. Тяжелых травм не зафиксировано.